Сейчас рассмотрим то, чем мы кушаем на станции. Это одно из самых важных вещей, которые у нас есть на станции, которыми мы пользуемся ежедневно. Есть российские приборы, есть американские приборы. Начнем с российских. Российские доставляются в специальном таком планшетик из ворсовой ткани. Сейчас я попробую его открыть. Вот. Доставляется вилка, ложка и ножницы. Ножницы. Вот. На ложке, на вилке выгравлена энергия. Пакет Каспийской корпорации энергии. Вот. В этом чехольчике мы их выносим. Так, чехольчик этот кладем. У каждого чехольчика каждый пишет свои инициалы, чтобы ни с кем не перепутать. Здесь еще доставляется еще вот такой консервный нож. Тоже такой, в таком чехольчике. Откроем. Таких два ножа доставляется. Но тяжело вынимать, потому что он там приклеился на ворсу. Надо поработать, нужно его достать. Вот. У него тоже выгравлена энергия. Засовываем его обратно. Так. Оп. Так. Смотри. Положили. Так, это рассмотрели. Это американские приборы. Приходят они в таком пакетике. Utensil kit S. И номер. Тяжелый. Лучше подписать, чтобы не перепутать. И у каждого, в каждом этом приборе есть ложка большая. Ложка большая. Потом ложка маленькая такая. С длинной ручкой. Вилка. Вилка и ножик. И ножницы тоже. Вот такой вот комплектик. Ну и каждый должен промаркировать свой столовый прибор, чтобы не путать. У меня, например, вот желтая изолента. Изолента, и вот три ложки у меня с желтой изолентой. Это, конечно, по количеству полетов. Вот у меня три полета, вот три ложки. Потому что там периодически улетают. Одна улетела, взял запасную. Вот. Ну, когда три, вообще здорово. А потом вычищу. Но они всегда прилетают куда-нибудь на вентиляцию. Вот три ложечки. Вот две ложки можем посмотреть. Это энергия. Энергия. А эта ложка. Это еще шатловский. А нет, ну, тут написано. Сейчас это шаттл. То есть, когда летали шаттлы, сделали такие приборы. Видно, разглядеть можно. Сейчас, да. Вот так вот, шаттл. Ну вот, такой вот небольшой обзор.